Всем привет, друзья! В общем, сегодня я хочу с вами поделиться очень быстрым рецептом на ужин. Или, например, как в моем случае, мне надо мужу быстро что-то приготовить с собой на работу. А я, например, не успела. В общем, у меня здесь две куриные грудки. Нам понадобится сыр, небольшой кусочек, майонез. Сюда я разбавила чеснок с майонезом, размешала. В общем, получается, грудки мы солим, перчим, добавляем приправы, делаем вот такие надрезы. И я приготовила вот такую вот сковородку, застелила фольгой. Сейчас будем это все запекать. Так, в общем, берем сыр и засовываем вот в эти отверстия кусочки сыра. Можно положить или болгарский перец, или, допустим, помидоры, если у вас есть свежий. Будет вообще просто замечательно. Так, в общем, перекладываем это все в форму. Сверху накрывать фольгой я не буду, просто я дно застелила, чтобы потом сковородку попроще было мыть. Все. И вот смазываем вот этой смесью майонез, чеснок, вот так вот сверху. Запекать будем примерно где-то 15-20 минут при температуре 200 градусов. Все, и отправляем в духовку. Вот такая красота у нас получается. Мясо очень нежное, сочное. Смотрите, оно аж прям тает во рту. Очень вкусно. Вот вам, пожалуйста, вариант быстрого ужина или перекуса, причем полезного. Вот такая вот вкуснятина у нас получилась в духовочке. Надеюсь, что будет вкусно. Конечно. Подписывайтесь на канал, ставьте нам пальчик вверх и всем удачи и пока!